И в этой студии я нахожусь педагогом по вокалу. Дети пришли, услышав ансамбль 21 век. Дети только начали заниматься, не судите строго. Они всего лишь поют 2 недели. Но они готовы прийти сегодня и поздравить ансамбль с днем рождения. Давайте их поддержим, будем надеяться. Им очень страшно, они первый раз выходят на сцену. Включайте маленькие девки из вокальной студии Александра Стрельченко с песней «Хомяки».